Кирове приняли первую отремонтированную в этом году дорогу. Новый асфальт представители администрации и общественности осмотрели и проверили в Нововязке на улице тренера Пушкарева. Там обновили 150 метров полотна. Работы длились около месяца. Эта улица стала одним из 19 участков, которые планируется отремонтировать в этом году. Сейчас работы ведутся еще на 7 объектах, и на 3 они завершены. Особенность ремонта дорог в этом году, говорят чиновники, комплексность. Рядом с дорогами проводится благоустройство общественных территорий. Например, на улице Пушкарева параллельно с заменой асфальта строят новые тротуары. Такой совмещенный способ власти планируют использовать и на других участках. Это становится на тех работах, которые здесь проведены. Это было фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укладка двух слоев нового покрытия, установка бортовых камней. И в ходе производства работ администрации было принято решение еще дополнительно сделать вдоль этой улицы тротуар, который, ну, в принципе, здесь отсутствовал. Наверное, это объяснимо еще и тем, что у нас в текущем году в рамках второго национального проекта формирования комфортной городской среды планируется благоустройство вот как раз набережной тренера Пушкарева.